Что мы имеем? Карта Башни Рока, Джайна, Сильвана, Тирель, Лилии, Фалстат против Назиба, Светика, Аларака, Диабло и Кельтаса. Столипин на Диабло будет играть. Ну, посмотрим, как он танчит. По пику. Ну, если Тирель это соло-танк, то, конечно, классный пик. 10 секунд. Так что 4, у красных? 3, у красных как-то 2, поинтереснее, 1. Как-то пожестче выглядит. А Ларак и Диабло это должно быть сильно. Мне кажется. Ну, сейчас узнаем. Джайну уже цепанули, она абсолютно не решается отходить, очень странно. Вообще могли ее убить здесь спокойно, я не знаю, чего. Хотя, смотрите, ну, Диабло поздновато. Блин, вот здесь, секундочку, этот момент все-таки важен. Посмотрите на Джайну, она вообще на месте стоит в течение, я не знаю, секунд 5. Вот дает раздор, Аларак. Диабло... Вот здесь должен был перекидывать, да? Но он уже отошел, и Джайна уже отошла. Вот здесь отошел назад. Вот здесь я немного не понял, почему, чего испугался Диабло. Должен был перекидывать Джайну, здесь Назиба закрыл. Хреновый момент. Окей, отошли. Бомбу передает, конечно, очень тимплейно. Да, Фалстат специально продамажит Сильва. Посмотрите, этот момент очень показательный. Обратите внимание, как игроки стараются калиброваться в Лии. Посредством чего это происходит? Великолепно. Смотрим дальше. Тирель на топе. К нему идет... Нюхни. Пошли через жаб, естественно, да? Не, через пауков, смотрите. У Диабло дань дьяволу. Какой огненный стоп. Как же они от Кельтаса страдают. Они просто там в десятером подставляются. Под живые бомбы, под огненные столбы. У них уже 6 стаков. Оп. Ну, тут не цепанул. А Ларак стоит нанизу. Раздорчик пошел. Прилетает Фалстат. Кюшка. Окей. Что в миде? Что в миде? Ныкается Столипин. Вот сейчас, ну, должен был вкатываться, конечно, к Сильвану. Вот здесь вот, когда она была вот так вот в стеночку. Да, чат, пишите, какой тут ранг. Хотя, если это калибровка. Так, красные отошли. Ой, мало хп, надо уходить. Они еще бычить пытаются. Ну, такое. Так, здесь пошли жабы, не удалось закрыть Тираэля. Что нанизу? Нанизу Фалстат уже потихонечку страдает. От Аларака, в смысле итоговый, а. Диабло подбирает сверху. Скоро алтари поднимутся. Готовьтесь, их нужно захватить как можно быстрее. Ну, вроде хилится, живет пока. У него все не так плохо. В общем-то. 32 души есть, надо еще похилиться. И после этого, в принципе, можно идти драться, потому что будет под регенерацией. Хотя сейчас она уже вся спадет. Топор сам. Захватите алтари. Нанизу. Судя по тому, как синяя команда пытается убивать своих, это серебро примерно четвертое. Ну,
Это да. В этом они, конечно, хороши. В этом-то они преуспели. Тут забирают красные. Нанизу, соответственно, да ладно. Погодите, что делали синие все это время? Давайте повнимательнее этот момент. Почему вся команда... Почему вся команда синих находится у собственного алтаря? На своей стороне. На своей стороне, ё-моё. Ну это в принципе неправильно. Здесь вдвоем разрулили, понимаете? Это совершенно неравносильно. Ларак спокойно забирает, не парится. Ну да, тут, конечно, как-то вообще зафейлили момент. Это гипостат отступает. Назиба, естественно, гнобит Тироэля, продолжает гнобить его на линии. Он качается через пауков, пауки очень больно бьют. Так, Джайна. И огненный, да. Это первая кровь, это первый килл на четвертой минуте. Это первая кровь, вы слышали? Капец. Вот это игра, да? Вот это, да. Это реально ФБ. Оп. Да, убивают. Жаль. Команда пустила первую кровь. Первая кровь, четвертая минута. Тирель просто избивает. На. Мечом по голове. С игроком под ником прохожий играл по нему полгода. Это было. Что все еще там? Не знаю. Потому что это другой прохожий. Просто человек с таким же ником. Такое тоже возможно. Так, Фалстат. Фалстат вместе с Тирелем, да? Ну, красные пока ничего им не могут сделать. Само собой. Интересно, синие опять пойдут на свой алтарь в десятером? Или все-таки попытаются что-то сделать? Спасибо за подписку на канал. Warwax, добро пожаловать. Я тут обозреваю матчи зрителей за небольшую сумму денег. Индивидуально открываю их реплей и стараюсь какие-то советы, какие-то комментарии полезные дать. Торопитесь, герои. Значит, красные... Опять, посмотрите, красные спокойно забирают чужой алтарь. Синие, в принципе, были не готовы к тому, что это произойдет, потому что они даже... Ну, посмотрите, насколько они не тайминково это сделали. Забрали наемников, когда алтари уже... Ну, ё-моё, ну, нужно четко соблюдать тайминг, чтобы не было ТП. В итоге два алтаря просто забирают. Ну да, наемники ваши, но... Да, ХЗ, судя по тому, как играют на платине, это вполне может быть и платина. Да, может быть. Раздорчик пошел. Здесь снова Сильвана подставляется по спину зомби. Ну, тут хотя бы отбили. Конечно, Фалстат должен умирать. Телекинеза, правда, не было. Прохожий... Нет. Семь, раздорчик. Должен сейчас влетать, естественно, Сталипер. Жалко, сразу не перекинул. Сильванов пушит мид. У синих вообще очень-очень непонятный отыгрыш. Ну, то есть, опять же, не тимплейт совсем, ребята. Нет какого-то плана на игру правильного. То есть, идут на наемников, когда активны алтари уже. То есть не успевают к алтарям. Ну, вы не должны забирать наемников так, чтобы вы не успевали к алтарям на башне Крок. То есть это чисто ваш косяк, чисто ваше непонимание таймингов. Сильвана должна отъезжать. Тут должна быть стена зомби, вот тут.
Ну ладно, не будет. Ларак молнию настакал. Настакал ли молнию Ларак? Вопрос, да? Да, настакал. 106 у него. 94 души у Диабло. Джайна пока еще стакает. Ну давайте дальше. Стакал конвекцию, но прокачал бомбу на седьмом. Ну это да. Обычно уж все качают в стол. И понятно почему. Рак все-таки отойдет. Диабло что может сделать? Ну на один ничего, конечно. В троих уж точно. Надо отходить назад. Сильвана безнаказанно пушит, и это не совсем правильно. У красной команды много дизейблов для того, чтобы убить героя даже с эскейпом. И, конечно, должны убивать здесь красные. Ребят, у нас сегодня только 3 матча на обзор, поэтому, в принципе, еще пару матчей я бы обозрел дополнительно. Так что, ну, если кто хочет, 150 рублей, все удовольствие, я как бы это просто напоминаю. А обычно это просто меньше, чем 3 часа, как я привык, 3 матча. Поэтому, если что... У меня будет еще время и энергия, чтобы посмотреть еще какие-то матчи. Иногда просто бывает так, что приходится обозревать там 6 матчей подряд, и тогда я реально задалбываюсь, или 7. Просто в прошлый раз так было. А тут пока только 3. Так, что у Ларака? Ларак отходит... Погодите, как он там оказался? Давайте все-таки этот момент поподробнее. Итак, 9 уровень у команд. Кстати, удивительно, что красные не ведут по опыту, да? Но это, наверное, за счет того, что Сильвана подпушивает. Так. Вот еще раз. Но это важно. Вот он, Ларак, погодите. Вот они идут. Блин, он как-то зашел, да? И сзади Джайна, то есть здесь не должен был тратить телекинез, должен был вообще уходить сразу, да, это понятно. Интересно, а его убьют здесь? А, нет, сейчас все-таки оттолкнул. Ну да, конечно. Ну, тут чисто ошибка. Огненная живая бомба. Блин, как же Кильтас там расхерачивает их, ё-моё. Выполнил конвекцию. Очень много дэмэджа. Кильтас апнули по дамагу, напоминаю, огненный столб. Немножечко подняли по цифрам и живую бомбу. Ну, короче, капец просто. Апокалипсис. Ну, блин, было бы неплохо, было бы еще закидывать. Вот Кильтас закинул огненный столб один, но... Могло быть лучше, если бы он был изначально там. Пиробласт он добил, отлично вообще. Диабло хорошо здесь все делает, он держится во фронтлайне и мешает противникам как-то передвигаться, что-то вообще предпринять не позволяет. В итоге забирают алтарь, хорошо. Сильвана уязвима во время полета. Ну да, на зибов пауков, ну вот так. Неудержимость вроде как есть какое-то время. Хорошо, ты выиграл Ларак, отошел в сторону, ничего себе. Тут все хорошо сделано. Но ему бы хил еще какой-нибудь. Хотя, погодите, о чем я вообще говорю? Он энгейджил, пока тиммейты брали лагеря. Это как бы... Но он тут видел только двух героев, да? Ну да, по идее. Диабло, если бы ему как-то помог, ну... Встряли они, конечно, по полной. Еще Тирель. Ошибочка вышла. Но пытались из этой ублюдской ситуации хоть как-то выйти победителями. Диабло пока живет. Диабло, конечно, очень жирный. В нынешнем своем положении Диабло это, наверное, все-таки самый неубиваемый там. Просто из всех.
даже более неубиваемый, чем Джоан. Так, ну да, ВДП мой такое. Наверное. Так. Ну что по итогу получается? Равная игра идет, я вам скажу. Конечно, синим гораздо больше пришлось демеджа на цитадель, чем красным. Но синие умудряются не сливать по опыту, как-то, знаете. Они отдают алтари, даже сливают файты. Как-то за счет пуша, наверное, это реализуется. Я даже не знаю. Красные, конечно, чуть-чуть по опыту все-таки ведут, но это не критично для синей команды. Так, снежная буря. Прохожий будет так много демеджа, светик получил, это вообще неудачно. Ульта в никуда от светика, но здесь убили героя, так что хорошо. Контур-удар отличный. Аларак вообще отыгрывает неплохо все. Не, вообще все хорошо играют в красной команде. Может, кроме Назима. Но все стараются. Хороший раздор. Ну как хороший раздор? Непонятно, почему Сильвана на этот раздор убежала. Надо было сваливать. Безидейно вообще как-то. Потасовки. Я не вижу смысла особо обозревать потасовку. То есть, как бы, я про это ничего не говорил нигде. Но в общем и целом, зачем вам комментарии по потасовке? Огненный столб. Так, здесь надо забирать босса. То есть как надо. Это на самом деле не обязательно, потому что вся команда противников жива и... Ну, у Фалстада нет выдувки. То есть тут все-таки безопасно это, пожалуй. Стоп, я не то нажал. Сейчас, секунду. Немножечко промазал. Да. И сейчас они идут на босса. Пам-пам-пам отмотаем. Так, вот тут уже... Пойдет экшон. Кольцо Мороза по двум героям, но синие не вывезут. Синие не вывезут. Ну да. Красный просто разнесли. Здорово, Юртед. Голодный дух относительно. Ну, кстати, неплохо закинул. Тут хорошо зашел. В итоге красные все живы, ни одного килла синие не сделали. Ну что, надо забирать наемников, надо сейчас просто всех наемников на карте стараться забрать как можно больше. На топе, на низу, да, в принципе, ну 20 секунд, правда. Не, на бот, пожалуй, не стоит идти, уже не будет времени, потому что надо алтари законтролить, а Ларак что здесь сделал один, очевидная ошибка, не должен был этого делать абсолютно. В таких случаях Лусио лучше взять элементаря, на Джайне именно. Я бы вообще не советовал брать элементаля, вот серьезно, то есть, ну, понимаете, Кольцо Мороза это настолько камбэчный, настолько сильный ультимейт, что брать элементаля поверх него, ну, как-то сомнительно. Кольцо Мороза дает довольно долгие руты, и под эти длительные руты можно спокойно разносить. Вкачал на 13-м жаб, и это не считая голодного духа, это странный нелогичный подыгрыш. Ниже третьего золота. Погоди, а он реально жаб вкачал? Да, действительно. Жабы стражи. Блин, что-то странное. Не, вообще жабы стражи. Этот талант, в принципе, проигрывает другим. В этом тире. Это, наверное, самый слабый все-таки талант. 25 брони на 2 секунды. 2 секунды это мало еще. Ладно, там брони всего 25, но 2 секунды. Такое. Такое. Даже когда вы качаете жаб, вы все равно не берете талант. Алтари во имя повелителя вора. Как правило. Так, пошел обстрел с стороны синих уже. Джайна здесь пытается себя засейвить. И, в принципе, получилось это сделать ульта какая. Ну, Назим просто так не убьешь, конечно. Фалстад, неудержимость, пытается сейвить Лили, но засейвил. Не, ну Аларак, конечно, по-дебильному отдался. Апокалипсис пошел, Фалстад.
Как же они передают живые бомбы? Как же кельта скайфует? Так, что-то не понял, что это было, народ. Почему-то вырубился стрим. Я не знаю, по какой причине. Но давайте продолжать смотреть. Хотя, погодите секунду. Я подожду, когда вы обновите там страницу. У вас по-любому паника началась. Это мне не рубанули ничего, все нормально. Да, окей. Сатан написал, молодец. Так, ну давайте продолжим тогда. Вы здесь, я думаю. Обновите страницу. Перезагрузите. Да. Так, Ларак. Контрудар. Немного не в тему. Здесь убивают Джайну. Ну, это финальный как бы рывок со стороны красной команды. Не, ну Диабло неплохо играет, я могу сказать. У него есть, конечно, косяки местами. Он, кстати, не всегда врывается, когда реально можно ворваться. Ну, так на самом деле не делает никто. Ни один Диабло не может всегда врываться тогда, когда это надо. Часто проглядываешь момент. Ну, то есть, как часто? Ну, просто я знаю, что бывает такое. Вот, казалось бы, идеальный момент, когда ты можешь вбить героя в стенку и сделать килл, но он быстро покидает эту позицию, с которой ты мог бы ворваться, и поэтому ты не можешь сделать килл. Короче, нужна хорошая реакция, и... У Диабло, как правило, очень мало времени на то, чтобы подумать. Ну, то есть, стоит ли врываться или нет. У тебя не всегда это время есть, ты не всегда можешь взвесить вообще все за и против этого. И бывает так, что ты врываешься, ты думаешь, что как бы все хорошо, ты правильно делаешь, но оказывается, что нет. В этом как бы основная сложность. Если уж так подумать. По троим здесь залетает вот этот полста, да, контрудар, хорошо, но ну, как-то по цели никакого. Вообще очень странно. Ну, учитывая тот факт, что красный как бы все равно выиграют, уже на это на самом деле наплевать. И спокойно красные сейчас заберут. Ну, Джайн, естественно, их не остановит. Просто на зиму забирает. Минус Джайна. Окей. Вот, собственно... Вот, собственно, и усё. Грок? Как скажешь. Фиолетовое пламя. Он говорит, что там Назива взял на 16-м, жабный талант. Ну, это же Назива, который качается сначала в пауков, потом в жаб. Просто забей.